Выявление злокачественных опухолей и патологий. На это направлено все внимание врачей-онкологов в качестве профилактики заболеваний. С 2021 года Минздравом было принято решение внести в обязательный стандарт работы центров амбулаторной онкологической помощи проведение дней открытых дверей. Недавно консультация специалистов прошла в Одинцовской областной больнице. Сегодня мы предусмотрели консультации двумя врачами, когда женщина приходит, обращается к доктору, доктор собирает анамнез, проводит осмотр, и дальше уже по показаниям назначается либо маммографическое исследование с учетом возрастных особенностей пациенток старше 40 лет. По итогам осмотра назначается ультразвуковая диагностика женщинам до 40 лет, старше этого возраста, при необходимости дополнительное обследование. Галина в выходной день пришла на консультацию и проверила свое здоровье. Проверку женщина прошла сразу у трех врачей и совершенно бесплатно. Потому что, как говорят, предупрежден, вооружен. Лучше ходить, постоянно проверяться и спокойно спать, быть уверенным, что ты здоровый. Потому что это же здорово, это счастливо, чувствовать себя хорошо. В следующем месяце специалисты планируют провести день открытых дверей, который будет посвящен заболеваниям кожи. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».